Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Никола Фумо, неаполитанский барочный скульптор. Родился в 1647 году в Неаполитанском королевстве, в деревне Сарниана под Салерно. Я цитирую переводную Википедию, данных не очень много. После первоначального обучения резьбе по дереву в семейной мастерской обучался у известного скульптора Казима Фанзага, у которого научился изготовлению скульптуры из гипса и мрамора. Работал преимущественно в Неаполе. Автор многочисленных барочных скульптур на религиозную тему по заказу церквей и монастырей Неаполитанского королевства, а также Сицилии и Испании. Среди наиболее известных работ «Ангел-хранитель», «Упавший Христос», «Святой Иосиф». Умер в Неаполе в 1725 году. Вот такие данные я нашел о неаполитанском барочном скульпторе Никола Фумо. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.